Релиз трекера bigfangroup.org. Дорогие друзья, на пятом канале программа «В нашу гавань заходили корабли». Здравствуйте, здравствуйте, дорогие наши телезрители. Здравствуйте, дорогие друзья. Я надеюсь, что вы меня слышите, несмотря на эту безумную, бешеную игру молодых людей. Прекрасную игру, я хочу сказать. Это Сергей Пухов и ансамбль «Парнас». Более подробно чуть позже. Значит, я хочу сказать, что, как всегда, мы на этой программе автор-ведущий Эдуард Успенский и Леонора Филина. Дмитрий Михайлович, если нам поможет, вот видите, наш пианист Дмитрий Петров оказывается тоже на месте. Он так тоже растерялся. Юрий Бадал. Значит, вместе с ребятами приехал человек. Игорь, представьтесь сами, а? Меня зовут Игорь Красанов, мы приехали из Рязани в количестве 30 человек. Да. А справа от меня сидит прекрасная девушка, но не просто. А это заслуженная артистка России, певица. Певица Марина Хлебникова. Она приехала из Москвы в составе одного человека. Ну, собственно говоря, для начала это все. Ребят, спасибо вам огромное. Проходите на свои места, будьте нашими зрителями. Наша гавань начиналась 15 лет назад, еще при большевиках. 17? Да? Вот видите. И теперь я вижу, что появился целый какой-то пласт культуры. Он от эстрады, песни, от классических рок-н-роллов и всякой другой. И есть нижний пласт, где блатная песня. А вот этот пласт,
Он очень нужен, он народный абсолютно, понимаете? Вот он такой же народный, как Марина, потому что она наша. Тот пласт, о котором вы говорите, я все время его слышу. Я все время слышу ночами. Я ночами, особенно в летнюю пору, когда окна открыты, я все время слышу, что бренчит гитара, и люди поют под гитару, и молодежи очень много. И они поют разные всякие песни, я расскажу вам об этом. В Рязани, ну вот уже 7 лет существует фестиваль песни нашего двора. И как раз вот Игорь, ты является продюсером этого фестиваля, поэтому есть продолжатели. Я знаю, что не только в Рязани. Кстати, я обращаюсь ко всем городам нашей огромной страны. Друзья, если у вас есть что-то подобное, если у вас есть что предложить нашей программе, видите телефон на экране? Вот по этому телефону звоните. Знаете, наши женщины разговорились. По-мужски теперь так. Игорь, есть у вас что-нибудь следующее, веселое? Следующее, веселое. Ну, давайте не веселое, а лиричное сделаем сейчас. Давайте. Я приглашаю на сцену ансамбль под руководством Олега Батурова, а песню все мы знаем с детства, независимо от того, в каком году родились. Прошу вас, ребята. Вот видите, как серьезно, Эдуард Николаевич, люди подходят к вопросу дворовых песен. Лера, да. Мы как родители должны гордиться этими детьми. Эти ребята, современные студенты, которые слушают современную музыку, ездят на современных машинах, но тем не менее, они обладали свое, выбрали себе хобби. Именно вот такие вот странные инструменты, как окарина, керамическая флейта, свирель, гусли. Курильскою грядой, там, где ветры спорят с парусами, повстречал рыбак на берегу девушку с оленьими глазами. Повстречал рыбак на берегу с оленьими глазами. Будь красавица моей женой, вот Шаланда, значит, счастье с нами. Будь моей русалкой дорогой, по морям искал тебя годами. Будь моей русалкой дорогой, по морям искал тебя годами. Где-то за Курильскою грядой пару вы могли встречать такую. Шел рыбак высокий и седой, за собой
старушку вел слепую. Вы знаете, друзья, спасибо вам большое, но впервые эту песню я услышал в раннем детстве. Ее пела Эльнора Николаевна. Лизочка, напой один куплет. Безусловно, я с удовольствием напою. Вы знаете, я эту песню уже, конечно, не раз слышу, потому что я сама пою уже лет 15, да, на наших концертах. Но с таким удовольствием я сейчас слушала, как будто впервые. Вот правда. И за какие-то такие чарующие звуки, за какую-то такую наивность, наверное, которая есть в этой песне. Эти же песни действительно наивные, это глубок, глубок. А вот у меня, допустим, получается уже петь ближе, вот, наверное, как, не знаю, к эстраде, к эстраде. Где-то за Курильской грядой, там, где ветры спорят с парусами, встречал рыбак на берегу девушку с оленьими глазами. Встречал рыбак на берегу девушку с оленьими глазами. Вера, а второй куплет можешь с ними вместе спеть? Туда, на сцену. Попробуй с ними вместе. Давай. А можно, ребята, а можно я под ваш аккомпанемент, Дмитрий Михайлович? А может быть, у меня по-другому получится, если они будут играть? Ничего рыбак о ней не знал. Он шаланды в море вел, тоскуя. Никогда еще морской причал не встречал. Помните, когда она вот подняла на него глаза и по лицу провела рукой? Там есть еще один куплет, да? Сейчас. Подняла красавица глаза. Подняла красавица глаза. Отражались в них моря. Знаете, вот Рязань замечательный город, но у меня очень есть такое тревожное воспоминание о Рязани. Я что помню, вас беспокоило? Сейчас расскажу. Мы поехали на охоту однажды, это Саша Курлянский, Феликс Камов и я.
И там нас должны были встретить на лодке и отвезти к директору школы. Там мы должны были охотиться. И за нами прислали лодку. Для детей охотиться. Да, да, там облаву устраивали, выгоняли из леса детей, а мы там немедленно расстреливали. Ну вот. И сели мы в лодку, длинной лодкой, много народу село и ехали туда. Мы отъехали от берега, а ночь, разлив реки какой-то грандиозный, там на тысячи километров, на Архангельска, наверное. Не бывает столько километров в Рязани. Ну, тогда было. Время другое, понимаете? Ну вот, и вдруг мы видим, лодка постепенно погружается в воду. И мы черпаем, а она вот чуть-чуть все ниже. И вдруг заглох мотор. Это ужас, холодная река. И рядом так вроде типа камыши. И мы сидим, льем. Час сидим. Трембиту помните? Два сидим. Чего? Трембиту. Ну, наверное, да. И я говорю, ребята, я больше не могу так. Я пойду к берегу. Так я поднимаю ногу за борт, мне говорят, сиди. Я говорю, да что, вот кусты, это деревья в воде стоят. То есть, если я сделал бы этот шаг, мы бы сейчас вот тут не пели бы эти песни, потому что... Вы, может быть, и не пели. Эдуард Николаевич, я любя. Эдуард Николаевич, давайте так. Вы пели в детском саду про зайчика, птичек, да, в лесу родилась тёлочка, да? Вот вы это бы пели, потому что Гавань поет только благодаря мне. Ну, согласна. Я просто пошутил, Дарья Николаевич. Давайте, вот Марина сидит, я смотрю, она тоже такая же удивленная, как и я. Вот, и в воспоминаниях вся. Я удивлена тем, что когда я слушаю звуки, которые исходят от инструмента, что называется, вот натурального инструмента, это никогда не заменишь никакими ни сэмплами, ничем. Вот этот самый уникальный звук. Главное, Марина, в старой манере можете спеть что-нибудь для нас? Такой... Ночи черные. Нет, какую-нибудь вашу песню из дворовых. Нет, вашу. Дворовых. Не вашу, а из дворовых. Ну, в какой в старой манере? Это как, ну, то есть без дудочек, без этих... Да, конечно. Это, в общем, я всегда стремилась к тому, чтобы любая моя песня была приближена к тому, что ее мог спеть любой человек под гитару, под рояль, даже вообще просто без ничего. Ну, даже если говорить о том, что... Можно... Марин, так вскочила. Вы не убегайте, да. Мой генерал, ты прошагал тысячи верст. Мой генерал, ты не знал нежности звезд. Мой генерал, ты понимал, что впереди. Мой генерал, будет привал, но надо дойти. Мой генерал, просто солдат. Может устал мой генерал, мне бы узнать, сколько же ждать, да столько и ждать. Ну, просто это как бы этой песни, это всего как бы ничего, а что такого? Вот и весь. А еще что-нибудь, Марин. Thank you.
детства. Ну, а что, это да. Это из вашего же заслуженного. Ну, это дело в том, что когда я вообще эту песню исполняю, у меня очень же много приходило писем о том, что песня очень любимая, и люди поют ее под гитару, и ребята ее, и у костра, и как бы и везде. Она очень поющаяся песня. Марина, все. Да, Марина, мы вас командируем в какую-нибудь подворотню на полгодика. Вон, в Рязань. Я хочу сказать, дорогие наши телезрители, дело в том, что в этом славном городе побывала наша замечательная редактор Светлана Филиппова. Светлана Михайловна. Вот. Значит, и она все это увидела, созвонилась с Игорем, и сейчас Эдуард Николаевич, я, вы, Мариночка, и все наши телезрители, мы, в общем, смотрим впервые. Хорошо. Готов представлять дальше. У нас выступают и профессиональные на сцене, и непрофессиональные музыканты. Из Рязанского парка железнодорожников. Елена Федолова. Однажды морем я плыла на пароходе том. Погода дивная была, но вдруг раздался гром. Ай-яй, в глазах туман кружится. Едва стою я на ногах, но я ведь не пьяна. А капитан приветлив был, в каюту пригласил, налил шампанского бокал и выпить предложил. Ай-яй, в глазах туман, кружится голова. Едва стою я на ногах, но я ведь не пьяна. Бокал я выпила до дна, в каюте прилегла. И все, что с детства берегла, ему я дала. Ай-яй-яй, в глазах туман, кружится голова. Едва стою я на ногах, но я ведь не пьяна. Умейте жить, умейте пить и все от жизни брать, ведь все равно когда-нибудь придется умирать. Ай-яй, в глазах туман, кружится голова. Едва стою я на ногах, но я ведь не пьяна. Песню спели. А через год родился сын морской... Так, товарищ склероз, оркестр. Склероз. Склероз. Девушка. Так, пожалуйста, оркестр, подыграйте нам этот куплет, мы будем петь со всем залом. Правильно? И вместе с Леной. Приготовились. И... А через год родился сын морской волны буян. И кто же в этом виноват? Танцами и песни. Браво, браво, браво. Спасибо. Спасибо, спасибо, ребята. Давайте
философскую песню сейчас послушаем мы. Я эту песню очень полюбил сразу же, как только Виталий ее исполнил, потому что в этой песне сплошные назывные предложения. И вся биография описана простыми назывными предложениями в одними существительными. Очень занятное произведение. Для вас поет, опять житель города Рязани, Виталий Кораблев, неуспешный бизнесмен. Я возражаю против этой формулировки. Вот как назовешь, так и будет. Понял. Дело в том, что я в бизнесе не работаю. Я просто высокооплачиваемый, ну, скажем так, менеджер, да. Ну и все. Вот у меня нет своего дела. Меня нельзя назвать бизнесменом. Вы успешны, поэтому Виталий, слово неуспешный мы достаточно успешны. Чтобы рассеять всякие сомнения, костюмчик свой или от фирмы? Нет, свой, зачем? Сказка, каша, кошка, книжка, яркая обложка, Буратино, Карабас, ранец, школа, первый класс, грязь, тетрадки, тройка, двойка, папа, крик, головомойка, лето, труд, река, солома, осень, сбор металлолома. Пушкин, Дарвин, Кромвель, Ом, Гоголь и Наполеон. Менделеев, Герострат, бал прощальный, аттестат. Институт, экзамен, нервы, конкурс, лекция, курс первый. Тренировки, семинары, песни, танцы, тары, бары. Прочность знаний, чет, нечет, радость, сессия, зачет. Стройотряд, жара, работа, культ, поход, газета, фото. Общежитие, взятка, мизер, кинотеатр, телевизор. Карандаш, лопата, лом, пятый курс, проект, диплом. Солнце, море, пароход, по Кавказу турпоход, Кульманшеф, конец квартала, цех, участок, план по валу, ЖСК, гараж, квартира, теща, юмор и сатира, детский сад, велосипед, карты, шахматы, сосед. Сердце, печень, лишний вес, возраст, пенсия, совес. Юбилей, часы, награда. Речи, памятник, ограда. Вы знаете, обычно у Дарья Николаевича приходят всяческие ассоциации, а тут вдруг неожиданно меня осенило. Гавань, песни, шутки, зритель и Успенский прародитель. А чьи-то вы петь начали, а я теперь стихи начну сочинять. Ну, Леш, нормально. Да, я просто потрясен. Ну, подождите, кроме того, что потрясен, что-то хотели сказать, я вас перебила. Я хочу вернуться к этой, в этой охоте на гавань, в этом Рязани. Стоим мы, значит, на вокзале, и выходит группа пьяных охотников. Вы знаете, такие, которые выходят из вокзала, в стогу сена устраиваются, всю ночь там они пьют, и потом возвращаются с охоты. Вот. И один из них увидел Курлянского Саша, а у него такая шапка, вот, знаете, с большим ворсом. Как-то одет он так прилично, такое ружье у него в новом чехле. Он так посмотрел, говорит, артист. Говорит, и что, ты на охоту приехал? Саша говорит, да приехал на охоту. А ты стрелять-то умеешь?
Саша говорит, умею. А Курлянский такой, ему, ты умеешь там прыгать? Умею. Вот что это все он умеет делать. Интересно с ним снежки кидать. Он говорит, там, вот видите, фонарик горит, да? Он говорит, я сейчас вот попаду с трех раз. Ну, спорим на пол-литра, но нельзя попасть в этот фонарик с трех раз, далеко. Он кидает на 5 метров в одну сторону мимо, 5 метров, а третий раз попадает точно в эту штуку. Он такой стрелок. Ну, вот он говорит, давай шапки кидать. Саша говорит, давай, я говорю, Саня, послушай, вот этот, называй его сторону, вот этот мужичонка, у него сено торчит со всех сторон, ружье кривое. Ну, а у него кепчонка такая. Ну, попадешь в его кепку, у него там дырок сколько было, столько осталось. А от твоей шапки ничего не останется, пух полетит. Я еле-еле Курлянского уговорил, потому что так бы он и приехал лысый. Но, в общем, слава богу, отвязались мы от этих ребят, и живые приехали. И до сих пор не могу забыть Рязань. Я смотрю, у вас богатые воспоминания о нашем городе. Но мне приятно, знаете, что хоть вы не говорите, что Рязань – родина Есенина. Потому что в каком месте ни по ней окажешься, не потому что Сергея Александровича не люблю. На самом деле мы им гордимся. Но все, а Рязань первым делом говорят – родина Есенина, столица десантных войск. Нет, а в самом деле это родина Есенина? Марин, ну давайте теперь уже что-то спойте. Ну да, уже дворово. Но дело в том, что когда я думала о том, что мне петь, я вспомнила только одну песню, которую я хотела спеть. Есть песня, которая практически легенда. Попросили мне ее спеть ребята афганцы. Часто снится мне мой дом родной, лес о чем-то о своем мечтает, серая кукушка за рекой. Сколько жить осталось мне, считает. Серая кукушка за рекой, сколько лет осталось, мне считай. Я прижался ласково к цветку, стебелек багульника отмеряя жизни мои даты. И звучит усталая ку-ку, отмеряя жизни мои даты. Снится мне опушка из цветов, в детских снах забытая опушка. 80, 90, 100. Что-то ты расщепилась, кукушка. 80, 90, 100. Что-то ты расщедрилась, кукушка. Я тоскую по родной стране, по ее рассветам и закатам. На афганской выжженной земле спят устало руки солдаты. На афганской выжженной земле спят устало русские солдаты. Так что ты, кукушка, погоди, мне дарись чужую душу. Вечность впереди.
не путай. Я хочу немножко сменить настроение. По бульвару няня шла, няня саночки везла. Мальчик в саночках сидел, мальчик в саночек слетел. Видит няня, легче стало и быстрее зашагала. Побывала на базаре, посмотрела на базар, подтолкалась на пожаре, ведь не каждый день пожар. Соли в лавочке купила и хозяйственного мыла. Там же встретила куму, разузнала, что к чему. Мимо шли солдаты строем, каждый выглядел героем, и за строем наша няня в ногу шла до самой бани. Развернулась не спеша, смотрит, нету малыша. Где же я его забыла? Там, где покупала мыло, у ларька на тротуаре, просто так на мостовой, или, может, на пожаре смыла мальчика водой. И в недоумении няня битый час глядит на сани. Ну а мальчик у ворот два часа как няню ждет, а домой идти боится. Дома могут рассердиться, скажут, как же ты гулял, если няню потерял. Игорь, давай что-нибудь веселое, а? Сереньки, про бабушку хотите? Няня, у нас будет бабушка. Да ради бога. Ты, Игорь Пресняков. Самая позитивная пионерская песня современности. Игорь, подождите, ради бога. Вот у вас преуспевающие менеджеры, вот как-то... Просто в костюмчике было, а вы как-то совсем уж как по-студенчески. Эдуард Николаевич, эта кофточка, может, дороже, чем тот пиджачок раза в три. Не, я пойду, я потрогаю материальчик, ребят, я так не могу на слово верить. Да, действительно. Чистый ситец. С этого начиналось. Хорошо, книга. Спасибо. Понеслась, ребят. Черный табак. Моя бабушка курит трубку, суровый моряцкий затяг. Моя бабушка курит трубку и обожает огненный ром. И когда я к бабуле заскочу на минутку, мы с ней его весело пьем. У нее ничего не осталось, у нее в кошельке 3 рубля. Но моя бабушка бабушка моя. Моя бабушка курит трубку и чертит планы захвата бортов, а потом берет в плен очередную соседку и продает ее в борделе моряков. Да становится лучшей шлюхой, да становится женщиной вам. У нее голубые корсеты, подвязки, а на шее атласный бант. У нее ничего не осталось, у нее в кошельке 3 рубля. Но моя бабушка курит трубку, трубку курит бабушка моя. Хрущевки своей. Моя бабушка курит трубку и сквозь дым видит волны морей. Ее боятся все на свете пираты и по праву гордятся ей за то, что бабушка грабит.
горит, и ждет их фрегаты, но щадит стариков и детей. Хоть у нее ничего не осталось, а у нее в кошельке 3 рубля. Но моя бабушка курит трубку, трубку курит. Бабушка моя, у нее ничего не осталось, а у нее в кошельке 3 рубля. Лился сумрак голубой, паруса фрегата провожала на разбой бабушка пирата. Пистолеты уложила, уложила, и для золота мешок, а еще, конечно, мыло и зубной порошок. Чашка здесь, ложка здесь, чашка здесь, чистая рубашка есть. Вот мушкет пристреленный, вот бочонок рома. Есть такой рассеянный, все оставит дома. Тихо дальше. Старенькая бабушка, седая голова. Злачные притоны, зря сирот не обижай, береги патроны. Без закуски ром не пей, очень вредно это. И всегда ходи с бубей, если хода нету. Серебро клади в сундук, золото в подушку. Но на этом месте внук перебил старушку. Слушай, если это все так тебе знакомо, ты давай сама езжай, а я останусь дома. Вот такая песенка тоже про пиратку, про нашу бабушку. Дальше быстрее. Наша бабушка по спит она в кровати. Наша бабушка по пиратистей вашей бабушки вышла. В общем, знаете что? Можно эту песню вашу вполне взять к нам в коллекцию. Спасибо. Спасибо, ребят. Спасибо. Я хочу сказать, что время нашей программы неумолимо. Неумолимо движется к финалу. К сожалению, я вижу по глазам вашим, наших зрителей. Не вижу глаз телезрителей, но думаю, что если они сейчас вместе с нами, то им тоже грустно расставаться. Так, друзья, значит, мы с вами прощаемся. А сейчас, пожалуйста, трио «Площадь Победы», завершайте эту программу. Всем огромное спасибо, Рязань. Большой вам привет. Спасибо. Лишенных душманов, один раскаленный в бою пулемет. Ребята свои прикрывает обход. Последний патрон и гранату на грудь. И что вместе со взрывом безмолвие шагнуть. И в тот момент, когда рвалась щека, откуда-то сзади удар. Вонючая, магнилая вода.
солнце встает. Мулатки шиваре молитву орет. Разбитые губы хотят закурить. Ну что, журави, будешь пойти служить? Плевок бородатую рожу врага. Снова с ударом качнулась земля. Увидел, как птицы на север летят. А губы солдата все так.